Пришвартовались удачно. Две металлические конструкции для возведения нового моста через Сож доставили сегодня баржами на стройплощадку. Каждая высотой 15 метров и весом 240 тонн. Протяженность моста полкилометра. Это важный для Славгородского района объект. До сих пор два берега реки соединял сезонный понтон. Как только вода замерзла, его демонтировали. Местные жители, чтобы попасть в райцентр, преодолевали несколько десятков километров в объезд. Прямое сообщение позволит развить туристический потенциал региона. На левом берегу Сожа находится памятник республиканского значения «Голубая криница». Если говорить о стоимости, то более 40 миллионов белорусских рублей необходимо затратить на строительство данного сооружения. Поставлена задача на уровне правительства, это требование главы государства сэкономить. И дорожники уверены, что сделают вклад, сэкономив средства при реализации проекта. Мост свяжет напрямую два райцентра – Славгород и Краснополье. Здесь открыли сразу два важных социальных объекта – автовокзал и современный физкультурно-оздоровительный комплекс.